Убил 5 случайных людей в Чикаго и пропал на 6 лет. Новую жертву нашли в Эдинбурге. Сегодня детектив из Чикаго прилетает помогать мне в расследовании. Покажите место преступления. Что в предложении «я свалил подальше от всего этого» ты не понял? Опять крест. Ключ к вечной жизни. Наверное, он считает себя праведником. Сектантская идеология. Насколько вы сейчас близки к разгадке? Это только начало. Вот я и ушел. Не все так легко сдаются. Он еще умнее, чем мы думали. Я по поводу убийства вашей бывшей. Вы зря теряете время. Они считали, что только их мораль правильная. Они равны Богу. Где серийные убийцы, там вечно секты. Это явно часть какой-то игры. Он же издевается. Не надоело? А какой у меня выбор? Приди в себя и хорошенько подумай. Знать все. Ты арестован! Убил 4 невинных людей! Ты чуть было все не сорвал. Да мы же только начали! У всех своя вера, так ведь?